Как и планировалось, пол, стены и потолок в другой части комнаты украсит натуральная пробка. Материал гипоаллергенный, не накапливает пыль и статическое электричество. Имеет высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. При укладке дополнительная подложка не требуется, плиты сажаются на клей. Это позволяет создать единое покрытие без заметных стыков. Мы и хотели, отделана пробкой. Пробка португальская. Именно в Португалии находятся самые большие плантации пробкового дуба, которого раз в 9 лет снимают кору. И вот в таком виде она появляется в наших домах. Пробка для человека материал, безусловно, очень дружелюбный, благоприятный. И потому что это натуральный материал, и потому что у нее звука и теплоизоляция высокая, и потому что она слегка пружинит, и по пробковому полу приятно и полезно ходить. И еще, находясь вот здесь, в этом небольшом типовом пространстве с невысоким потолком, хочется отметить, что вот такой вот прием, закольцованная отделка, когда одним материалом, к тому же таким приятным, отделаны и пол, и стены, и потолок, этот прием выглядит очень логично и дает ощущение комфорта, защищенности и уюта.